теме ремонта дорог. В Твери до 1 ноября ограничили движение транспорта по двум улицам в Затверечье. Это связано с работами по модернизации нитки водовода. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, временно ограничено движение всех видов транспорта по Третьяковскому переулку и улице Маяковского на участке от улицы Новая Заря до улицы Академика Туполева. Подрядная организация «Современная система реновации», осуществляющей работы на этом участке, предписано обеспечить проезд транспорта, экстренных служб и автомобилей жителей указанных улиц, а также установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ. Отметим, что введенные ограничения привели к достаточно сильным пробкам на улице Маяковского в часы пик. Как отмечают водители, время в пути увеличилось в среднем на 20-25 минут.